Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем в тренировку. Я больше уверен, что не все мои бойцы свое, как говорится, оттренировались. Ну да, видите, здесь еще времени достаточно. Тут вообще 5 часов почти. И здесь 8,5. Ладно, пускай они занимаются. Мы с вами зайдем в магазин. Посмотрим, что нам здесь подкинули. Ничегошеньки абсолютно нам не дали. Господи, мышка, когда ж ты у меня прапаешься, а? Ну, когда это случится? Так, на арене мы можем? Нет, не можем, ребят, еще 6 часов ждать, чтобы забрать наш реворд. Ну, ладно, все, уговорили. Идем с вами на миссию. И у нас долина подданных. Так, слушай, еще есть что поиграть? Ну что ж, поехали. Долина подданных, 99 и 100 уровни против... Так, против... А против вот этой команды. Давай посмотрим, кто сильнее из нас. Он или я. То есть я не могу подняться выше 100 уровня. И он. То есть мы буквально на равных с ним играем. Единственное, что я заметил, причем уже очень-очень давно, что он не применяет свою ульту от базы. Так, ну что же, вышел паладин против нас. Ну, я знаю, как с ним бороться. Вызываем, короче... Да ладно, ты-то куда бежишь, охламон несчастный? Ты хочешь с големом поздороваться? Ну, поздоровайся. Так, и, конечно же, вызываем ниндзю. Так, здесь быстренько справились. Применяем ульту. Да что ж такое-то? Так, ну что, это лучница там погибла, я смотрю. Дальше мои бойцы идут. Вызываем БФГшку. Какие-то подлагивания, небольшие фризы, я вижу. Не знаю, почему. Вроде ничего такого здесь не происходит, да? Так, паладин упал. Также у нас падает копейщица. Ураганчик призываем. Вот так вот, всех к стенке, как говорится. И еще одна БФГ. Ну, давай. Закумаривай их там. Я заодно соберу пока деньги. Слушай, ну довольно легко мы как-то тут разбираемся с противником, на самом деле. Смотри, просто ничего сделать не может. Даже паладин тут, как говорится, не в указ нам. Все, базу сейчас мы распишем. Замечательно. Так, и у нас с вами, по-моему, последний уровень здесь, да? Где мы сейчас их быстренько отдубасим и пройдем. Кстати, ежедневные испытания. Давай-ка посмотрим. О, грифон! Друзья мои, такую возможность упускать нельзя. Что за фризы постоянно какие-то идут? Так, ну что, давай-ка посмотрим, кто здесь у нас. Грифон. Так, чумная мышь, пришелец и бомбер. Короче, все летающие. А кого мне дадут? Покажи. Вы издеваетесь, да, сейчас надо мной? То есть я... Лучница, мечник. Ой, я даже не знаю. Ну, во-первых, давай прокачаем с тобой лучницу. Хотя бы до 100 уровня. Так, где она у нас там? Так, это уже куда нам надо идти? Идти в армию нужно. Лучница, вот она, да? Прокачиваем до 100 уровня. Блин, а мне, ребята, и не хватило золотишка. То есть максимум 87. Слушай, я туда не пойду, потому что, ну, это бесполезно. Во-первых, ты смотри, там все юниты летающие. Там бомбер, там чумная мышь, там грифон, и мне всего лишь дают одного лучника, который должен там, видите ли, это все как-то завалить. Но это нереально. Но грифон мне на самом деле нужен. Конечно, нужен был. Но я не буду рисковать, это бесполезно. Так, ну а мы с вами продолжаем нашу бойню. Кто у них здесь босс? Босс-то епископ. Я боюсь просто, что этот у нас тыквоголовый не справится с ним. Даже маг не поможет. Поэтому давай-ка выбирать с тобой другую какую-нибудь команду. Например, вот эту. Это идеальная просто команда для нас. Ух, там как раз у нас баллиста, которая будет контрить практически всех на расстоянии, да? Плюс, вот я не знаю, зачем я сюда в этот отряд взял некро. Нафиг она мне здесь нужна? Раньше ее здесь не было. Я ее менял, вот только на кого не помню. Хоть убей. Ну куда ты разогнался, а? Куда ты бежишь? Маленький крестьянин.
Так, копим с вами 500 ман... Опа! Лучницы только тут не хватало. Ну что же, мы тогда будем призывать нашу баллисту. Ёлки-палки, а у меня еще и замок не прокачанный же, да? Я все экспериментирую. Да, сейчас мне эти эксперименты могут боком выйти, кстати. Но попробуем все-таки здесь с вами как-то выжить, одолеть. Так, я вижу, там уже выскочил, да, у нас епископ. Поэтому нужно как можно быстрее сейчас с ними разбираться тут со всеми. Ульта, где моя ульта? Мне она срочно нужна. Ну, она, как всегда, барахлит. Вот-вот-вот, она готовится, друзья. Погнали. Ну, зачем в паладина-то? Надо было в епископа. Вот тогда бы он запел бы, а? Горькую песню. Слушай, мы его убили. Вот, оу, карточка на грифона выпала. Шикарно. Так, давайте, давайте. Две баллисты сзади, плюс две некро. Шансов ноль у врага на победу. Опс, минус некро, минус грифон. Замечательно. Ничего не скажешь. Так, заморозка. И остается лишь разбомбить ему базу. Все равно, согласись, довольно легко и просто у нас все это получилось. И епископа мы с вами вообще быстренько уничтожили. Так что отлично. Ведь три звездочки и... Нам что? Нам остается забрать только лишь реворд. Так, идем на карту. Открываем сундук. Сундук подданных. И выпадает нам... Ага, 8 карточек на базу. Кстати, у нас вот эта база прокачана по фулке или нет? Я вот не помню. Слушай, мы каждый раз с вами достаем карты на короля. Каждый раз, да, с сундука. Я не могу понять, мы когда-нибудь его прапаем или нет? Ну-ка, дай-ка я гляну, сколько там еще нужно, чтобы его прапать, этого короля? Только лишь 1320 карточек. Здорово просто. Так, у нас фехтовальщик тут подготавливается, да? Крестьянин вроде бы уже недалеко. Кстати, вот башня. Скоро вот чуть-чуть еще осталось, и мы ее пробафаем. Так, что еще у нас тут? Ага. Тут, в принципе, недалеко, да? Но это четвертая звезда будет. А вот грифон еще долговатенько. Еще 300, ну, считай, 323 карточки нужно. Это, кстати, долго-долго. Но вот тут, смотрите, маг вроде бы созревает через 300 карточек у нас прапаться. Оу, некро. Вот-вот и будет прапано. Вместе, кстати, с чумной. Вместе с чумной. Ай-яй-яй, друзья мои. Вот очень много кто готов вот уже прапаться, но карточки хватает. Вон, толкатель, смотрите. Около того, да? Ха, наш физрук. Еще 20 карточек, и он прапается. А здесь у нас что? Угу. Черепаха готова, да? Практически. Так, вроде бы здесь все пока. О, пришелец. Тоже совсем немножко осталось. Буквально тут сколько? 80 карточек, да? В общем, ждем, друзья мои, ждем. Скоро должны прапаться. У нас очень много персонажей. Настанет тот момент. Так, подожди-ка, я могу замок себе, что ли? У меня этот замок еще не прапанный, господи. Ладно, друзья мои, поехали в бой. Мы с вами на территории захватчиков. Мы ее проходим и полетим в следующий портал. Так, что у нас тут? Жаба с молотом плюс пришелец, да? Ну, я думаю, с этими ребятами мы будем бомбиться вот этим отрядом. Потому что здесь у меня есть самурай, здесь у меня есть мечник. Они, как говорится, здесь законтрят. Они должны законтрить, по идее. Так, что-то я никого не вижу. Погнали. Погнали, начнем потихоньку. Ага, вышел. Я хочу... Вот, вот этого я боялся. Вот этого я боялся, серьезно тебе говорю. Я так и думал, что этот пришелец сейчас будет нам тут компенсировать мозг. Нам нужно тыкву-голову призвать. Ага, ага. А если я корни выпущу? Ну вот смотри, что делает. Вот смотри, что делает. И похищает именно самурая мне. Так, двигаемся с вами дальше. Так, сейчас еще попробуем, знаешь что? Мага призвать. Успеем, нет, как будешь? Да, успели мага призвать. И в принципе все, базу мы сейчас ему уничтожим.
Хотя, подожди, радоваться рано. Давай самурая вызывать. Сделаем корни. Так, заморозка. И еще тыквоголового. И все, здесь шансов уже нету на победу у врага. Потому что тут у нас и маг. О, вообще расписываем по-черному. Да, друзья? Победа за нами. Так, продолжаем. Переходим с вами на второй этап. Автоматом. И смотрим, кто здесь прибавляется. Ох, елки-палки. Воблер. Здесь воблер. Я, наверное, не буду менять здесь команду. Я пойду именно таким же составом. Хотя мне немножко не нравится. Воблер, у него же массовая атака, да? Он бросает свои эти мечи, или как их назвать, даже не знаю. Они проходят через всю толпу. А вы знаете, что у нас толпа такая жиденькая. Тем более с этого охламона начинается все. Бесявого. Как он меня бесит, этот пришелец, серьезно тебе говорю. Он же еще может помимо... Вот, а вот и воблер идет. Вот и воблер подоспел. Господи, что мы с вами сделаем? Давай так вот. И корни выпустим. Ах ты, смотри, что он сделал. Он взял чувачка против меня же. Перенастроил. Ну-ка, 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 ну-ка. Быстро бомбим. Так, маг, выходи. Да ты достал уже, именно самураев он тырит, а, у меня. Ты понял? Не успел. Не успел. Это нам на руку. Так. Еще один тыквоголовый. Давай, 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 давай. Господи, все равно похитил, да? А ну-ка давай корни выпустим. Сейчас мы ему базу распишем. Я боюсь, что здесь будет босс. Знаешь кто? Лорд пустоты. Смотри, где у меня мечник стоит. Он встал на плечи к самураю и начал бомбить. Я понял. Хитрый ход. Так, ну а мы с вами перемещаемся на третий этап. И здесь у нас морпех слизень. Эпик. Эпическая карта, потому что она фиолетовая. Ладно. Давай. А что мы с вами будем менять? Меня, в принципе, все устраивает в нашей команде, поэтому давайте ей бомбить до последнего. Так, вызываем кого? Самурая? Нет, здесь этот пройдоха-пришелец. Будем ждать с вами до последнего. Я думаю, что он начнет именно с него. Ну где там твой пришелец? Нет. Немножко по-другому он сделал. Ладно, сейчас попробуем с вами хитрый план. Ну, он... Я думал, что он сейчас выпустит его. Но он не вызывает этого пришельца-то. И это... Вот, вот теперь он вызвал его. Он всегда в самый неподходящий момент вызывает. Так, минус, да? Минус. Дальше слизень тоже подбит. Давай, давай, друзья, мы наяриваем. Может быть, нам призвать... Нет, не надо призывать. Ну что вы там стоят, что-то глючит их. Так, дай-ка сердечко. Вот, морпех, правильно делаешь. Давай, бомби в своего же. Что-то ты как-то быстро добомбился. Так, самурая и корни я вызову. Вот так вот все это у нас будет происходить. Маг, ты какой-то вот слишком медленный. Вот в плане того, что у тебя атака медленная. Вон тыквоголовый бомбят голову за головой. А ты пока свой посох поднимешь, пока там прошепчешь заклинание. Долго-долго, конечно, все это дело у него происходит. Но зато по атаке он довольно неплох. Ну что же, мы с вами переходим на следующий этапчик. Это у нас предпоследний. Ох, елки ты палки, тут уже улитка. Тут уже, друзья мои, улиточка появляется. Ну ладно, давай посмотрим, что мы можем противопоставить этой улитке. Ну, естественно, мечника. Это однозначно. Кстати, вы не забывайте, что здесь будет, скорее всего, комба у него заключаться из улитки и пришельца. Я вот просто предчувствую этот вариант. Он его никак не сможет пропустить. Поверь мне. Ну, где там твой пришелец? Ну вот, видишь, видишь, как только у меня кто-то хороший выходит, он сразу начинает свою паршивую пришельку эту вызывать. Так, давай вызовем корни, наверное. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда? Фу, успел.
Давай вызывать всех подряд. И самураев сейчас будем. И магов. Всех, кого... Всех, кого... Опять сейчас похит, нет? Нет, на этот раз он немножко упухнулся. Да чтоб тебе, он взял и вызвал против меня, короче. Да? Плохо. Это все было плохо. Слушай, что-то как-то напряженно, смотри-ка. Смотри, как напряженно у нас тут все идет. Ага. Давай, 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 этого пришельца отлично подбили. Улитка здесь эта корявая летит. Так, давай-ка прорваться. Нам нужно побольше энергии. Побольше энергии. Я хочу, наверное, попробовать призвать сюда деда. Давай, дедуля, где ты там? Погнали. Попробуем за счет него. Ты смотри, какой тут расколбас идет, а? Жесткий. На. Ну, с дедом как-то поспокойнее, на самом деле. Как-то поувереннее, да, мы себе чувствуем. Так, заморозка еще. Ну все, никаких шансов уже нету, потому что дед подошел, он сейчас начнет бомбить. По-жесткому. Давай, разносим базу и, в конце концов, пойдем с вами на последний этап. Так, монетки, монетки, монетки. Ух, да, дедушка, конечно, задал им персу. Ну и тут у нас заключительный этап. Так, смотрим. Ну, я как и говорил, друзья мои, лорд пустоты. Поэтому здесь мы с вами переходим на нашу имбовую колоду. Вот сюда. Я, кстати, до сих пор не могу понять, почему у меня в этой имбовой колоде делает прыгун. Хоть убей, не могу понять, что он вообще здесь забыл. Так, ну что, приступаем, наверное, к магу-рыцарю с первых, да, секунд. Потом, как обычно, пойдет у нас Ронин и... понял, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял, а я понял. Угу. Никаких повреждений пока не было, слава богу, кто там идет, да? Идет и радуется. Черт, что так долго-то, что так долго-то? Давай применим ульту. Да иди ты в пень. Улитка там понеслась, да? Душа в рай. Ронин медленно идет, ну ладно, зато уверенно. Так, раз, два, два удара он успевает. Оу, как-то не вовремя на самом деле. Совсем не вовремя. Черт подери, по-моему, мы с вами растеряли преимущество, а знаешь почему? Потому что я потратил ульту. Так. Давай. И Ронин меня, да, подводить вдруг решил? Естественно, зачем ему выбегать? Посмотри, что делает, а этот пришелец хламон. Слушай, по-моему, тут фейл. Чистой воды. Ронин не собирается выбегать. Понимаешь? Ронин не собирается выбегать. Тут еще какие-то тараканы выбегают. У нас времени 56 секунд. Пробуем. Раз, два. Ну, есть. Отдупился, 48 секунд у нас с вами на счету. Давай попробуем быстренько, быстренько. Получится ли у нас быстренько это с вами? Давай, Ронин. Хоба, молодец, красавчик. 35 секунд, мне кажется, не хватит. Не успеем мы с вами. Не успеем мы с вами, скорее всего. Ну что ты... Ты посмотри, что тут делает этот пришелец. Друзья мои, 22 секунды. 18 секунд. Ну, Ронин, давай, 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 давай. Ты посмотри, ну чё, вот специально что ли так делаешь? Я не пойму, а? Не, друзья, фейл. Ты посмотри, как он здесь хитро меня обставил, а? Ты только посмотри. Все, по времени сдулись. Ладно, делаем ускорение. Попробуем разнести ему базу, в конце концов. О, карточка на пришельца. А знаешь, почему мы с вами сдулись? Потому что я применил ульту не в нужный для меня момент. Самое первое. Вы помните, когда я ее выпустил? Ну, вот так-то вот. А почему я ее выпустил? Потому что я забыл, что здесь будет пришелец вместе с этим, с улиткой. А ведь я про эту комбинацию вам говорил сам лично. Так что повторение мать учения, погнали. Сейчас мы будем с вами намного хитрее. Ну, во-первых, будем выпускать Ронина в первую очередь. Я знаю, что его похитят.
погнал. Я знаю, что его похитят, и сразу же следом за Рониным у меня пойдет маг-рыцарь. Главное успеть. Все. Отлично, погнали. Выпускаем дальше Ронина. Копим с вами, естественно, манну. Нам нужно будет позвать сюда, наверное, ведьмочку. Скорее всего. Скорее всего, придется ее позвать. Так, нормуль. Ну, где там? Где лорд пустоты? Должен появиться, по идее, уже. Что-то не выходит пока. Вот он, запускаем ульту. Вот и все, друзья мои. Вот и все, песенка, как говорится, спета. Дальше просто прожимаем его и делов-то на копейку. Ураганчик, вообще шикарно. Смотри, вообще шикарно все получается у нас. Сейчас все будет. Главное, не волнуйся. Что-то как-то идут, да, нахрапом просто-напросто. Давай, погнали, ульта. Ульта свое дело сделала. Дальше пускай там хоть кого вызывает, хоть пришельца, хоть кого. Все равно нам уже по барабану. У нас заморозка. Вызываем опять же с вами Ронина. И бомбим базу. Все, друзья, победа за нами. В общем, пришелец этот, конечно, мне тут немножко нервы помотал. Но, несмотря на это, мы с вами прошли. Так, остается нам забрать с вами наш дорогостоящий реворд и посмотреть, что же нам отсюда выпадет. Лорд пустоты. Так, ну мне здесь нужен только пришелец, потому что он у меня не прокачанный. Ох ты, бог ветра, 15 карточек. Крестьянин и базенка трансформатор. Ну а мы с вами перелетаем в новенький портал. Начинаем мы с вами с долины нежити. Дальше нефритовая долина. Потом долина захватчиков. Опять же у нас тут нежить. Погоди-ка, у нас две нефритки и две нежити, что ли, так получается? Действительно, кстати, это очень редко, когда два раза повторяются две территории. Так, ну что у нас здесь? Голем и банши. Голем и банши. Так, мы против них с тобой знаешь кого вызовем? Ну давай вот этот отряд, наверное, добьем с вами. Потому что здесь всего лишь одна энергия. Поехали. Так, голем и банши. Кстати, здесь у меня совсем не тот отрядик, я хотел сказать. Ладно, попробуем как-то пробомбить их. Голем-то здесь мощный, плюс еще банши. Можем даже сфейлиться, кстати. Я вот сейчас об этом подумал. Действительно, она же будет сейчас нас тут станить. Ого-го. Вот тебе и новости. Так, попробуем за счет тыквоголового выкрутиться. Ну и ульта, конечно, ульта нам здесь нужна будет. Так, замедлили. Голем горит, беднега там. Давай вызвать мечника. Так, ну, банши слаба против тыквоголового, потому что он ее разносит моментально. А вот голем, да, голем здесь силен. С этим не поспоришь. Давай, тыквоголовый, выходи. Ну, смотри, как прекрасно. Как тут все четенько, а? Разнос полнейший. Вот она, ребята, имбовая команда. Тыквоголовый плюс самурай и плюс мечник. Я даже сюда не вызвал мага. Тренировку? Кто это у меня там тренировку закончил, а? Давай, иди сюда, красавчик. Так, ну что, мы с вами продолжаем. Второй этап. Здесь энергии нету, но она скоро накопится. Так, этот отряд, я думаю, мы с вами приберегем пока. Этот тоже. Нет, лучше тогда мы будем вот этот тратить. Те как-то будут покруче на самом деле. И пригодятся мне еще в дальнейшем. Так, ну что, здесь у нас ниндзя. Это наше все. За счет нее мы здесь, конечно, будем разруливать всю эту ситуацию, поверь мне. Давай-давай, ниндзя, выходи. Она очень хорошо дамажит. Мы это прекрасно знаем. Ты посмотри, какой классный у нее дамаг. Прекрасный просто-напросто. Так, вызываем голема. Давай ульту. К
Кстати, я хотел поменять, по-моему, базу, если я не ошибаюсь. Мне эта база совсем не нравится, если честно, друзья. Ой, ой-ой-ой, это что такое? Я что-то чуть было не продинамил, друзья мои. Тут, оказывается, прыгун есть. Вот так для меня новости. Зашибись просто-напросто. Сейчас бы прыгун просто-напросто смог. Если бы он выбежал в истерике, он бы снес бы мне этого БФГ и базу бы начал бомбить. Вот что значит не доглядел маленечко. Ладно, давай смотреть, что дальше у нас здесь. Ух ты, когтистый собственной персоны. Давненько я его не встречал, давненько. Ну что ж, давай повеселимся вместе тогда с тобой. БФГшка у нас тут есть. БФГшка. Ну, в последнее время я, кстати, БФГшкой вообще не пользуюсь. Что-то она мне как-то разонравилась. Не знаю почему. Не оправдывает, наверное, себя. Оу, тихо, тихо, когтистый. Там еще и банжа, да, вышла. Довольно неплохая командочка у него тут получилась. Будем применять сейчас ульту, скорее всего. Ой-ой-ой-ой, смотри, что делает. Ага, хорошо сработала ульта. Она застанила задний ряд у врага и дала нам небольшую фору. Мы пробили, как говорится, оборонку ему. И дальше, смотрите, все пошло как надо. Две ниндзи. Смотри, смотри, расписываем врага. Просто просто падают один за другим. Тут еще и две БФГшки. Две БФГшки-таракашки вышли к нам на помощь. Ай! Выжили. Ты смотри-ка, выжили. Когтистый просто, когда умирает, он выпускает свою голову, как снаряд. И эта голова попала мне в серединку моих бойцов. И они выжили, особенно ниндзи. И это очень хорошо. Ну что же, довольно неплохо мы с вами справляемся. Давайте дальше проверять нашу силу отряда. Ох, елки ты палки, здесь... Да, друзья, здесь у нас служитель тьмы. У него почти 30 тысяч атаки. 30 тысяч атаки, ты прикинь, это... У меня ни один персонаж не наносит столько урона. Да, плюс не забывайте, здесь еще есть прыгун. Вот здесь вот будет сложно, если честно. Я, кстати, в первый раз узнаю, что у служителя тьмы 30 тысяч атаки. Это нифига себе, да? Хиллер называется. Ну, вы не забывайте, что это первый боевой хиллер. Один и единственный. Больше таких хиллеров здесь нет в игре, которые отнимают здоровье у моих бойцов и перекачивают в свои. Плюс еще с такой нехилой атакой. Да. Значит, в этой игре есть чем меня удивить. Я уже думал, что я все повидал. Так, ну что, голем упал. Ну куда ты, вот куда ты бежишь? Ведь банши. Вот так вот. Хорошо. Ну, все равно, это самая слабая ульта, я считаю. Самая слабая ульта. О, тихо, 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 тихо. Ты что творишь? Ох, прыгун, а. Немножко меня даже... вот он, это служитель тьмы. Но не забывайте, что у него очень мало здоровья. Может быть, атака у него мощная, конечно. Но здоровье у него буквально на один плевок. Так, что у нас дальше тут по прогнозу дня? Последний уровень. Шикарно. Давай-ка глянем, кто здесь. Дедуля. С дедулей лучше не шутить. Это я тебе серьезно говорю. Дедушка раз своим молотом взмахнет, и всем будет бобо. Я вот одному не могу понять, почему я в этот отряд взял ведьму. Мне кажется, в этот отряд лучше взять друидку. Вот друидка здесь, да, будет вообще имбой. Она будет прокачивать моих персонажей, плюс наносить урон врагам. Так, ладно, об этом потом. Ронин. Вот, Ронин Малорик. Добей. Добил все-таки, молодец. Ронин красавчик, тут не поспоришь. Ульту мы с вами бережем. До последнего. Так, тихо, тихо, не надо здесь. Ты посмотри на нее, а. Смотри на эту вот охламонищу. Блин, мне, по ходу дела, придется, наверное... Да не хочу я тратить ульту здесь. Это потому что, друзья мои, было отражение. Она захотела отнять у меня здоровье и...
сама же, как говорится, напоролась. Почему? А в чем проблема-то? Эй! Эй! Так нечестно! А что случилось-то? Я не могу понять. Блин, Ронин. Нифига, ничего подобного. Давай, 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 через отражение. По-моему, сейчас ведьму уничтожат, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Есть, молодцы, красавцы. Давай теперь служителя тьмы уничтожать. Вот так вот, всех под одну гребеночку. Ты видел, какая у них атака? Вот так вот они и перекачивают здоровье с моих юнитов. В данный момент она перекачивала здоровье именно дедушки, да? Поэтому мы не могли пробить. Вот так-то. То есть такой вредный, на самом деле, юнит. Ну, а мы с вами, по-моему, переходим на следующий этап. Открываем сундучок нежити. Смотрим, что нам выпадает. О, вот это редкая карта. Редкая и как раз для меня нужная. Так, ну что, нефритовая долина нас встречает. И здесь у нас самурай и ниндзя. Зачем? Ё-моё, что я сделал? Господи, ребята, я отряд забыл поменять. Вот это я дурила. Вот это я дурила. Ладно. Давай, погнали. Естественно, мы сейчас с полтычка тут разберем всех. Наверное. Так. Ну. Угу. Чумуху вызовем. Так, и давай, наверное, прыгуна. И ульту. Все. База уничтожена. И, конечно, я зря это сделал, что вызвал вот этот отряд. Он же мне еще пригодится. Господи, не посмотрел, а? Невнимательность моя. Так, ну ладно, тогда мы с вами будем. У нас еще здесь две энергии есть. Поехали. Этот отряд как раз подходит к этой, как говорится, красоте. Видите, там озеро, домики стоят. Прикольно смотрится, да, на самом деле? Тихо, 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 псина. Успокойся. Давай, не надо меня пугать. Давай-ка вот так вот сделаем. Что такое? Что-то как-то долго у нас тут разборка. Так, ниндзя, успокойся. Тебе еще тут мне не хватало. А ну-ка, ульту. Вот так вот, совсем другой разговор. Погнали. Я прям чувствую, как пахнет зеленью, да? И горный воздух вот этот вот морозный такой, свежий. Да, прикольное, прикольное. Только сейчас стал замечать. Раньше я только на героя смотрел. А сейчас я знаю, что здесь победа за мной, и я наслаждаюсь задним видом. Прикольно, да, смотрится? Ну что, давай, давай, бомбите. Помогать вам надо постоянно, да? Без меня вы никак не можете справиться. В истерике. Ну, да что ж ты будешь делать? Ну, осталось-то совсем чуть-чуть. Вот так, все. Все, друзья мои, мы здесь выиграли. Двигаемся с вами далее. И у нас с вами третья миссия. Так, смотрим, что у нас тут. Черепаха с пушкой, да? Ничего сложного для нас нету. Черепаха с пушкой — это ерунда. У нее слишком долгая перезарядка, так что мы успеем забомбить. Поехали. Так, сейчас мы начнем. Сейчас начнем. Так, вызвал он самурая, а я вызвал голема. Ну, так, а если я вызову БФГ? Посмотреть. Зря, наверное, да, я это сделал. Ой, чувствую, зря. Вот у БФГ одна проблема. Он пока подойдет, пока стрельнет, потом пока отлетит, как-то не очень хорошо. Ага, опять истерика. Ты посмотри. Истерит слишком часто, между прочим. Ну, если БФГ делает свой суперлуч, да, она уничтожает всех, ну, не всех, а вот кто идет позади. Особенно таких, как ниндзи, они падают с удара. Так, погнали. Ты что, будешь каждым, что ли, самураем в истерику впадать мне?
Хорош, может быть, уже придуряться-то здесь. Так, ульта. Воу. Две ниндзя вышли и две ниндзя полегли. Только лишь от одной ульты у моей. Так, черепаха. Не успела выйти, мы ее сразу убили. Все. Вот вам и весь бой до копейки. Погнали. Так, что у нас там дальше? Предпоследний этап. Здесь, кстати, энергия закончилась. Здесь еще не накопилось. Ага. Погнали. Наш второй имбовый отряд. Да? С друидушкой. Красота. Паладин. Ой, тихо, подожди. Давай, копейщик. Ой, копейщик. Щитобот, конечно, друзья мои, щитобот. Ну, долго не играл, подзабыл уже всех. Так что, не обессудьте. Так, что у нас тут? Ага, а против ниндзя кто у нас? Куда ты побежал? Молотильщик. Спугался, бедняга. Ну, шуганули его, что сделаешь? Давай вот так вот сделаем. Так. Ну, против самурая, конечно, мы тут ничего не сделаем. Молотильщик тут слабоват будет. Да что ж так часто пугают-то нас? Что ж так часто нас пугают? Так, тихо, подожди. Что-то мне совсем не нравится вот это, кстати, что у нас тут происходит с вами. Нас, по-моему, как-то прижимают здесь. Да? К стенке. Потихоньку. Вот что я заметил. Так, а ну-ка давай изменим ситуацию в нашу сторону. Так, надо вызвать друидку, скорее всего. Сейчас позовем друидушку, и все у нас изменится сразу же в лучшую сторону. Погнали. Главное, чтобы ее не убили как-то быстренько. И тогда все будет хорошо. Ну, так, у нас сколько времени? Минута еще есть. Еще есть минутушка. Давай вот так вот. Тут ниндзя противные, издалека бомбят, вредят нам. А в остальном, в принципе, ничего страшного нету. Продвигаемся, продвигаемся. Ускорение. Ну и все. Ускорение нам, кстати, сыграло на руку. Сейчас кого они не вызови, всех будем бомбить. Самурай может в истерику упасть. Нет, это не поможет. Так, за карточку спасибо. Фух. Неплохо. Но без друидки вряд ли мы бы здесь смогли бы выиграть. Только за счет нее у нас была здесь победа. Ну что же, последний этап. Здесь бог ветра. Естественно, друзья мои, мы переходим вот сюда. Тут у нас последняя энергия. Ну, бог ветра, он такой сильноватый противник. Ну, попробуем с ним справиться. Что-то затишье перед бурей, да, смотрите, тучки такие переливаются здесь. Храм, так сказать, его, да? А ну-ка давай. Ну, вот псина это еще раздражает меня. Ронин. Ну, Ронин, как всегда, не спешит. Не спешит никуда. Отлично. Как же я хочу, чтобы у меня чумная мышь прокачалась, а? Как же я этого хочу? Давай, через отражение. Ай, красота, обожаю я отражение, на самом деле. Я считаю, что это самый имбовый удар. Отражение. Где? Выйдет сегодня этот? Или не будет? Я не вижу. Где бог ветра? Испугался, что ли, опять? Давай, я ульту уже подготовил под тебя. Не выходит, вот он. Пока. Допшикался. Вот и все. Вот и победа. На 3 звезды, как я и задумывал. Ну что же, пойдемте забирать наш ревард. Ага. Ну-ка, кто нам здесь выпадет? В принципе, эти персонажи у меня не прокачаны, поэтому нормуль. И мы переходим с вами на территорию захватчиков. И встречает нас улитка и... Так, бородавочник, да? Что мы с вами сделаем? Будем отыгрывать, наверное, этот отряд. Будем отыгрывать. Поехали. Так, опасен, конечно, здесь бородавочник на самом деле, потому что он может... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Совсем я забыл про улитку-то. Что ж такое-то?
Угу. Смотри, он 3 удара улитки может выдержать наш щитобот. На самом деле это очень хорошо. На самом деле это хорошо и в то же время плохо. Так, застанили, да? Слушай, нам пора вызывать кого? Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Сделали, блин. Не то совсем, что нужно, сделали-то. Паладин, паладин, я жду тебя, вот он. Тихо, 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 куда ты? Ты смотри, что делает, а? Хитро, кстати, сейчас было, да? Оттолкнуть моего паладина и вызвать улитку. Очень хитро. Вот же чары. Слушай, ну здесь у нас победа, потому что мои сейчас всадники на журавлях ему базу быстренько разбомбят. У него нет летающих юнитов, да? И смотри, что происходит. Все. Короче, сдулся чувачок. Но бой был не такой быстрый, на самом деле. Я думал, быстрее справимся. Так, первая победа за нами. Поехали далее. Переходим с вами на вторую территорию. Кто у нас здесь проявляется? Ага. Жаба с пушкой. Жаба с пушкой, это тоже плохо. Но терпимо. На самом деле терпимо. Так, давай копить с тобой. А, подожди, какой копить? Давай вызовем, на всякий случай, мало ли он сейчас улитку будет выпускать. Не? Не выпускает? Тихо, он выпускает, но не того, кого надо. А вон там и улитка как раз была. Так, нам нужно вызвать дамагера. Вызываем дамагера. Ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Отлично. Так, подтягиваем. Застанили. Молотильщик бедняга, да? Рванул, как говорится, в бой и сдулся. Слушай, он достал меня своими улитками. Вот. Поехала, как говорится, душа в рай. Не-не-не, не надо никаких разбегов. Прикинь, а как он, интересно, двоих мог оттолкнуть сразу? Он оттолкнул и паладина, и щитобота. Хм, я не знал, что он может двоих оттолкнуть. Хитро. Так, здесь у нас воблер. Кстати, вот здесь вот большущая проблема именно вот для этого отряда — это воблер, потому что дальних атак у нас нету. Всадник на журавле здесь вообще не авторитет против воблера. То есть только друидка нам поможет здесь, получается, да? Да, друидка нам здесь может помочь. Тихо, тихо, да что ж ты делаешь-то? Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, что же он сделал? Да ну! Мы получили повреждение с вами. Ой, иди сюда. Так, нам нужно вызвать, друзья мои, естественно, друидку. Так, пока ждем с вами, чтобы они как можно больше уничтожили мне юнитов. Так, пускай этот охламон идет сюда. Давай. Ставь тотем на хил, пожалуйста. Мне нужен тотем на хил. Вот он, тотем на хил отработал. Теперь приступаем. Главное, что мы восстановили здоровье в своей базе. Вот для чего мне нужно было так сделать. Теперь поехали. Все, песенка их не спета, одним словом. Это единственный босс, который может залечивать базу. Больше этого сделать никто не может. Фух. Пронесло, так сказать, да? И у нас с вами предпоследний этап. И, кстати, у нас здесь с вами очень мало здоровья. Точнее, энергии. Слушай, давай-ка мы, наверное, вот этим отрядом сыграем. Я думаю, что друидка нам пригодится на боссе. Вот, чувствуется почему-то мне так. А здесь, я думаю, и этим отрядом мы с вами неплохо должны сыграть. Тихо, да что ж ты... Эй. 200 энергии, все, ребят, фейл. Совсем я про эту дуру улитскую... улитную дуру, совсем я про нее забыл. Вот так вот. Да. Ну тут фейл, тут можно на ускорение ставить, ребята, и проходить. Как вот так вот можно было лопухнуться, а?
Ладно, поехали. На ускорение играем с вами. Заодно и проверим, как этот отряд устоит или нет. По идее, в легкую должен устоять, да? Ну давай, давай, давай. Да, он в легкую бы пробил бы, если бы мы с вами не пропустили самую первую улитку, которая мне нанесла урон по базе. А почему? Потому что, ребята, 250 маны стоит первый юнит, которого я могу вызвать. Если бы я вызвал Банши, ну, ее бы сразу снесли. Отсюда делаем вывод, что нам нужно взять сюда. Нет, не надо мне. Так, у нас накопилась где-то энергия, ведь должна накопиться. Так, подожди секунду. Вот. Вот, вот этот самый тот отряд, который мне нужен. Во-первых, здесь есть мечник, который очень дешево стоит и который может в любую секунду нам помочь. Поэтому я буду начинать с него. Давай, вот так вот. Он выдержит два удара, по-моему, да? Даже три, скорее всего. Три удара он выдержит. Так, дальше вызываем самурая. Против жабы с молотом он более-менее сносен, выдержит. Так, теперь вызываем, естественно, нашу, как говорится, тыкоголовую чулку. Так, делаем корни. Заморозка. Ну и все. Больше он здесь ничего сделать не сможет против нас. Или сможет? Да не, не сможет. Ничего у него не получится. Давай, давай, давай. Еще одну тыкву призываю. Так, смотрим. Смотри, он отталкивает абсолютно всех, ребята. Не только двоих, а сколько бы их не было. Так что я думал, что он может одного оттолкнуть. Но нет, я ошибался. Хоть 10 будет стоять, он все 10 оттолкнет. Так, тихо, тихо, тихо. Не надо разгоняться, парень. Смотри, что делает, а? Ушлепок. Ну. Еще немножко энергии. Так, вот, молодцы, молодцы. Бомбите свою базу. А я еще одну тыкву позову. Плюс корни. Ну и все, наверное, да, на этом. Совсем немножко остается здоровья. Давай, 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 родные мои. Смотри, просто такие взрывы, ё-моё, красочные. Да, побед за нами и карточку на базу. Ух, отлично. Шикарно просто. Так, и у нас с вами последний уровень. А здесь босс. Ёлки-ты-палки, смотритель. Как бы нам уничтожить с вами смотрителя? У нас, кстати, здесь накопилась энергия. Да, будем тратить. Будем тратить, это моя имбовая команда. Я думаю, что она как раз здесь очень хорошо впишется в этот интерьер. Если там было приятно смотреть на задний фон, то вот здесь как-то не очень, да? Смотрите, какие-то обглоданные планеты. Страшно смотреть даже на это все. Так, что там у нас? Ронин, ну? Давай, завали его, ты же быстрее, по скорости. Молодец, красавчик. У него быстрые скоростные атаки, поэтому он здесь и выиграл. Так, вызываем прыгуна. Ронин помогает, бежит. Хоп. Замечательно. Смотри, 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 что происходит. Ай, красота. Блин, я думал, через отражение все-таки он отдуплится, бородавчик, но не вышло. Так, тихо. Вот он, ребята, и вышел смотритель. Нам нужно его быстренько уничтожить. Ну, отлично, он даже не успел. Он что-то там хотел, видимо, свою эту гипнотизерку врубить. Но у него не вышло. И мы с вами его завалили. Так, купим с вами 500 энергии для ведьмы. И будем, наверное, ее призывать. Хотя, может быть, и без нее справимся. Может быть, без нее. Да, скорее всего, справимся. Последний удар остался. Да что ж ты будешь делать, а? Ульту. И все, друзья мои. Победушка за нами, сами видите. Ух, прикольно и классно. Так, ну что, мы этот уровень с вами прошли. Забираем реворд. Достаются нам
Лорд пустоты и... Ну вот этот вот зачем? Ну зачем мне жаба с пушкой? Ой, с молотом, если она у меня есть. Так, слушай, секунду. Тут еще очень много у нас уровней впереди. Так, а энергия, энергия где у нас есть? Тут появилась. Тут появилась, да? Банши и зомби. Угу. Знаешь, что меня в этом отряде смущает? У нас нет здесь дешевых юнитов. Я вот сейчас только что обратил на это внимание. И это большая проблема на самом деле. Так, по-моему, нам надо убирать отсюда эту некро. Мы уберем с тобой отсюда некро и заменим. Так, некро, уж извини. Мне нужен кто-то подешевле. Кто-то подешевле. А кто? 250, 275. 207. Слушай, нету здесь никого дешевле. Да ну, что, я всех бойцов дешевых раздал, что ли? Копейщица, соточка. Слушай, ну копейщица. Как вариант, что ли, взять ее? Вот незадача-то, а? Вот незадача. Воблер стоит 175. Банши 150. Слушай, я даже не знаю, если честно, друзья мои. Я что-то как-то... Может, улитку? А ну-ка, дай-ка я возьму улитку и немножечко ее прокачаю, капельку. У меня хоть сколько там денег? 172 тысячи. Посмотрим. Какой уровень там? 69-й? Слушай, слабо, конечно, но... Ну, я не знаю. Давай попробуем. Давай попробуем. Может быть, что-нибудь да получится. Поехали. Так. Соточку, да, она стоит у нас? Ну, зомби-то она сможет одолеть, если что. Хотя мы можем с вами, наверное, успеть... Да, мы успеваем с вами Джаггера призвать. Слушай, ну это хорошо, а теперь улитку. А зачем я улитку призвал, блин? Не понимаю я вообще этого. Так, вот здесь вот уже вызываем баллисту. И улитку. Нет, у улитки слабый дамаг. Я вот сейчас посмотрел, слабоватый, конечно. Не тянет она. Ну она и всего лишь 60 уровня. Ну почти 70-го. Фиг с ним, так уж и быть, 70 уровня. Так, дай-ка я вызову сюда. Зачем я это сделал? А смотри-ка, на замок тоже действует. Прикольно. Вот эта вот призрачная тюрьма, она даже замок может бомбить, прикинь. Так. Слушай, а улитка наносит офигенный урон базе? Я вот тоже хотел бы это знать. Или нет? Непонятно. Непонятно. Короче, улитка нам пока здесь не нужна. Мы ее уберем, наверное, с тобой, да? 70 уровень. Еще 30 левлов нужно ей подымать. Давай пока мы ее все-таки уберем и поставим обратно нашу некро. Где она у нас? Вот. Некро стоит 275. Считай, в два раза дороже. Два раза дороже. Так, второй этап. Здесь у нас... Ой, елки-палки. Чумнуха. Слушай, чумнуха. Тебе она уже нужно контрить. И желательно нашей, как говорится, баллистой. Точно. Ждем, друзья. Я знаю, что он чумную вызовет, но... Прям в воду глядел. Начинаем. Раз. Два. Нормуль. Трис. Это повезло, что он его застанил. Это нам повезло, на самом деле. Так, ну здесь тоже будут разборки полетов сейчас. Оп. Завалили, заморозка. Ой, как хорошо-то все нам прям в руку упало. Еще одна баллиста. Еще одна баллиста. Еще одна минус чумнуха. Так, Джаггер. Пошел, пошел, родной мой. На выход, как говорится, парнишка. Вызываем с вами некро.
Слушай, ну тут все понятно, я думаю, да? База уничтожена. Довольно неплохо. Так, ну а мы с вами продолжаем нашу эпопею. И мы переходим с вами на третий этап. На третий этап, и здесь... Ох, ёпарасотышечки. Давно я не встречал зомби-камикадзе. И вот он появился. И вот он вышел. Ладушки, будем готовиться. Будем с вами готовиться. И, естественно, баллиста здесь нужен в первую очередь. Хотя, не факт. Естественно, не факт, потому что он взрывается. Нам нужно с вами его задерживать. Даже жертвуя собой. Это понятное дело. Так, а вот ненавижу, когда вот эти вот зомби... Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, сейчас промнут. Конечно, промнут. Нормуль. Так, балетмейстер мой фигарит, да? Не по-детски. А ну-ка стоять. Будет мне там еще выделываться. Давай еще одну баллисту призовем. Моя некро пока доползет. Елки-палки, вечность пройдет. Пройдет целая вечность. Так, замечательно, шикарно. Давай-ка я... Зачем я выбросил? Зачем? Впустую просто взял и выкинул ульту. Хотя почему впустую? Мы нанесли урон определенный, да, в базе. Так что все под контролем. Вот так вот. Знай, как говорится, наших. Фух. Сколько у нас последней энергии здесь осталось? Нам нужно пройти с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь призрак, здесь чумная мышь. И здесь же некро. Как меня вот этот призрак бесит, а? Серьезно тебе говорю. Как же он меня раздражает. Что нам здесь можно... Ну, вот этот отряд попробовать. Может быть, им получится пройти. Давай, Рис. Кстати, вот неплохая идейка прокачать действительно вот этого призрака. Он же летает постоянно, да? И наносит урон. Как факт. Почему бы и нет? Слушай, да, я, наверное, займусь в скором времени именно прокачкой вот этого призрака. Так, ну здесь нам нужен, естественно, паладин. Как ни крути, потому что нам нужно чумнуху с вами бомбить. Также выпускаем всадника на журавле. Вот, видишь, как все хорошо получается. А теперь вот так еще. Чтобы не стояли здесь и не воняли. Слушай, ну паладин тоже получает, конечно, нехило урона на самом деле. Ай-яй-яй. Палыч, 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 ну давай, вжги. Блин, нифига не вжег он. Ну что ты не будешь... Какая же все-таки ты... Вот всадник на журавле, какой он тупой, а? Давай вот так вот сделаем. Ух ты, карточка на чумнуху выпала мне. Давай, 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 жги, 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 жги. Быстрее, 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 родные мои. Там базу никто не защищает пока. Отлично, пробили. Так, ну что, у нас тут, по-моему, последний, да? Последний этап. Здесь у нас будет жнец. Против жнеца. Моего, что ли, жнеца вызывать? А энергии больше нигде нету. Выбор невелик, друзья мои. Блин, этот призрак здесь. Он против баллисты, конечно, вообще имбово. Он два раза пролетает, и моя баллиста падает. А у меня вся надежда только на нее, чтобы убить этого жнеца. Я не знаю, может быть, если только передамажить его. Ну, успеть быстрее нашего жнеца вызвать. Как-то вот так вот. Ну, посмотрим сейчас, короче. Сейчас мы с вами полюбуемся, как это будет все примерно выглядеть. Примерно выглядеть. Так, выпускаем. Зря, 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 зря я сделал это. Ой, как зряшечки я это сделал. Сейчас взрыв еще будет, верно? Но выдержала. Точнее, не достала. Так, давай, пробуем. Грифона. Кстати, грифона. Призрак тоже замораживается, оказывается, да, у нас? А чё мне грифон? Ну, грифон.
Ну да, призрак его не достанет, это понятное дело. Но жнец-то ведь достанет. А ну-ка, давай-ка я вызову своего жнеца. Посмотрим. Вот и он, ребятушки, вот он появился. Давай ульту. А кого он там схватил? Кого он там схватил, блин? Давай, давай, родные мои. Ну. Кто кого передамажит? Есть! Мы красавцы, друзья мои. Мы с вами красавцы. Это все благодаря баллисте. Баллиста там сделала завершающий удар. Но радоваться пока рано, потому что... потому что еще враг тут есть. Вот так вот. Так, дальше что у нас тут? Ох, взрыв. Давай, 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 родные мои. Еще время есть. Хопа. Ну. Видишь, грифонов никто не трогает, и они спокойно себе бомбят базу. 32 секунды у нас. Друзья мои, 32 секунды. Давай, 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 давай. Вау. Шикарно. Так, карточка, куда полетела? Куда полетела? Я называю, друзья мои, это шикарно. Согласись, все было на уровне сегодня. Ручки, как говорится, еще помнят, как играть надо. Слушай, неплохо, неплохо. 9 карточек зомби, камикадзе, и 12 карточек на деда. Деда-скелета. Так, у нас с вами есть где-нибудь... уровень, где-нибудь энергия накопить. Есть, есть, я видел. Вот так. И здесь у нас тигр и маленький копейщик. Поехали, поехали, ребята. Маленький копейщик, да? Значит, нам нужно с вами... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, успеем, нет? Эть, не успел, друзья мои. А это говорит только об одном. Что, ну, фейл. Фейл, к сожалению. Да, этот шустрый, конечно, малый. Он быстро очень выходит. Причем здесь очень маленькое расстояние у нас от базы до базы. Как бы не вариант, друзья мои. Ну, я, по крайней мере, попытался. И другого выбора у меня в любом случае не было, потому что энергия только на этом отряде была. Ладно, лишнюю копеечку заработаем. Она не бывает лишней, да? Копеечка-то самая. Жалко, конечно, но... ничего не поделаешь. Зато сакру получили. Так, ну что, может быть, еще где-нибудь успела накопиться энергия. Давай глянем с тобой. Ну-ка ся. Так, здесь тишина. Да, друзья мои, нету. К сожалению, нету. Ну, значит, нам придется на этом с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам.